В эфире ежедневный спортивный обзор. Чаще всего мы рассказываем вам о профессиональных спортсменах и командах. Но ведь путь к большим победам начинается с малого. Поэтому сегодняшний выпуск мы посвятили детскому спорту. Более 400 юных спортсменов со всей области приняли участие в финале первого зимнего фестиваля школьников. Заключительный этап прошел в Бердске и собрал 16 команд из городов и районов нашего региона. Фестиваль состоял из трех этапов. Первый – массовые состязания на местах, в школах, клубах и муниципальных образованиях. Следом – среди населенных пунктов. И, наконец, финальный этап, в котором приняли участие лучшие спортсмены районов области. Другие виды спорта, чем летом, и другие люди. Но это, еще раз говорю, это резерв нашего большого спорта. А резерв, я думаю, что он должен быть в селе. И его больше в селе, чем в городе. Поэтому вот даже, допустим, спартакиада учащихся города Новосибирска, там не было шорт-трека. А мы сейчас в области проводим шорт-трек. Всего награды разыграли в 6 дисциплинах. Первыми в борьбу вступили биатлонисты и полиатлонисты. Кроме этого, прошли соревнования по лыжным гонкам, шорт-треку, настольному теннису и гиревому спорту. В этой дисциплине команда Черепановского района – безусловный фаворит. На каждых соревнованиях мы занимаем либо второе, либо первое место, смотря какая конкуренция, сколько команд. Конкуренты остались далеко позади. Остался только на третьем помосте, как раз наш тоже. А вот конкурентов в шорт-треке не было у Родиона Гурьянова из Бердска. Юноша занимается этим видом спорта уже 7 лет и входит в двадцатку сильнейших спортсменов страны в своей возрастной категории. Поэтому на региональных стартах оставил всех далеко позади себя. Я так понимаю, сегодня у тебя конкурентов нет? Ну, есть один, он со мной занимается, как бы. Ну, как получится, в игре сильнейший, как говорится. Сюда попал как-то по случайности, и потом меня это затянуло, я начал этим сильно увлекаться, и уже не могу отсюда уйти просто так. А вот где и развернулась настоящая борьба, так это на лыжных трассах. Конкуренция между командами очень высокая. Организаторы фестиваля даже назвали эти старты неофициальным первенством области. Скажите, сейчас по номеру 111, Масаровский Росвар, Туречинский район. Сюда приехали сильнейшие юноши и девушки, которые этого возраста 2000-2001 и 2002 годов рождения, вот, выступают на первом фестивале Новосибирской области. Из Сузуна, из Китима, Черепанова. Еще и школа лидирующая. Да. Ну и вот сегодня первый день борьбы. Вот сегодня гонка у нас состоялась уже у девушек на 3 километра. Сейчас вот идет гонка на 5 километров. Борьба жесткая такая. Уже этот возраст, уже очень скорости большие. Вот, и результаты показывают, дети высокие. В итоге первое место в лыжных гонках завоевала команда Сузунского района. В общем же зачете они поднялись на вторую ступень пьедестала, пропустив вперед команду города Бердска. Замкнула тройку призеров сборная из Китимского района. По итогам фестиваля школьников будет сформирована сборная команда региона для участия во всероссийских соревнованиях. Фестиваль школьников – лишь первый этап к будущим победам. Кто знает, какие еще спортивные вершины покорятся этим девчонкам и мальчишкам. Важно помнить, чемпионами не рождаются, ими становятся. На этом у меня все. Для вас работала Кристина Лата. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе спортивных новостей регионов Сибири. До встречи!